Камера не передает свет. Он такой от серого к черному. Вот это без подсветки. Вот это с подсветкой. То есть видно, как переливается. Ну, сейчас на солнце вынесу. Как-то больше серый графит. То есть он и черный, и серый одновременно. То есть он черный, но он за счет лака смотрится серым. Очередная рама из перекраски. Цвет черный графит. В темноте он такой черный-черный, на свете он серый. Он переливается весь. Очень хорошая покраска, без дефектов, без царапин. Единственное, что вот надо будет под петух чуть-чуть вычищать. Потому что, видите, фольга не закрывает самые края. Такой вот интересный цвет с блестками. Все переливается, все светится, смотрится офигенно. Сейчас будем на нем собирать велосипед. Многие запчасти останутся старые. Многие запчасти останутся новые. У нас тут целая коробка всякого интересного. И вот спустя какое-то время мы заспецевали новое колесо. Сделали вилку. И в 12 часов ночи начали сборку велосипеда. Вот так он смотрится при свете. В разобранном виде. Крепление под петуха обработано. Резьбы все чистенькие. Винтики все вкручиваются хорошо. И рулевая зашла замечательно. И подсидел вот такой у нас заказали карбоновый. Велосипед закончен. Получилось очень симпатично. Цвет графит. Он же мокрый асфальт. Такой с блестками. Весь переливается. На свету карбоновый подсидел. Мягкое седло ВТБ. Огромный. Посмотрите, какой широченный руль. И все работает, все переключается. Практически все новое. Обновили Мериду, которой больше 20 лет.